Сегодня так жарко, лето настоящее. Мы идем прогуляться на набережную. Зайдем к Галине Степановне. Саша занесет ей смородину. Еще что она велела? Нож поточить. Ну, кое-что ей там поможет. И нож поточим. Все сделаем. И смородиной поделимся. Кому интересна наша набережная прогулка, то пойдемте с нами. Так? Так. Таня, обновка. Я в новом платье. Привет, Иваново. Город Иваново. Да. Город невест. Город Иваново, город невест. Спасибо, платье хорошее, легкое. Нормально, такое. За такие деньги, отлично. Да. Зашли в аптеку возле KFC. Маленькая аптека такая, рядом с Сантой, с магазином. И ради интереса спросили, государственная или частная. Виталий Дроздов нам писал до этого, что это аптека государственная. Действительно, она государственная. Мы так спрашивали, что, да. Так цены одинаковые. Мы оказались неправы. Ну ничего, будем знать, вот кому-то для информации. Я почему-то думал, вот 100%. Она маленькая, значит, частная. Думал, частники, да. Ну, спасибо за подсказку. Нам, в принципе, все равно. Надо купить. Знаете, что мы ищем? А знаете, чего зашли в аптеку? Возникла необходимость купить лекарство Хилак Форте. Есть такое лекарство, если я не ошибаюсь, производство Германии. А оказалось оно нужным по одной причине — восстановить микрофлору кишечника или там кишки, как правило, после принятия антибиотиков. Решение было принято не так просто откуда-то в потолок посмотрели, а в последнее время стали наблюдать такое явление, это после того, как мы с Таней переболели. Проблема с кишечником. Проблема с кишечником, извините за подробность, стала проблемной, одна вещь — сходить в туалет. Так что вот сегодня дошло до того, что звонили в скорую, скорая дала телефон врача, который консультирует по вопросу, ну, любому возникшему, там, не дай бог, какой-то ситуации. Вот я рассказал, что к чему, говорю, болит живот, все закупорилось, говорю, что мне делать? Ну, только не пишите, что начал уже ерунду какую-то я плести. Я рассказываю жизненную... Это кому-то может пригодиться информация. Жизненную ситуацию. Я вот знал, что можно сделать клизму, но, честно говоря, не знал, как толком. Вот сейчас я вам скажу. Он говорит, и смех, и грех. Берете общее количество жидкости, где-то 300-400 миллилитров, и маленькую грушку, грушу резиновую. На, да, 50 миллилитров. Как она, клизма правильно называется? Груша. Да, и делаете, как оно, впрыскивание вот по... прямую кишку. По 50 в прямую кишку, по 50 где-то миллилитров с интервалом 10-15 минут. Теплой кипяченой воды налить, да, в эту грушу. Ура, все отлично. Все, полторы груши. Как на свет же народился. Саша как на свет народился. А то у меня и в пот холодный бросает. И, мне кажется, уже это чуть ли не сознание начал терять. Живот болит, ничего сделать не могу. У меня уже паника началась. Вот такая бывает ситуация. А я, мы врачу объяснили, я говорю, Саша, давай в скорую позвоним. Не надо, это скорая, знаете, как мужчина говорит, мы консультанту позвоним, консультанту. Мы же уже знаем, что есть врач, который помогает людям советами. Он так тихо, спокойно все выслушал, говорит, вот то, что вы рассказали, скорее всего, у вас колит. А Саша говорит, да мы переболели, говорит, а, ну тогда все ясно, вам надо полечить микрофлору. Все, вот такие таблетки. Это инструкция. Капли. Капельки, да, капли это. Так что все, будем лечить. Видите, как все друг за другом потянулось. То одно, то второе, то третье. В общем, вот у кого такое случится, да, имейте в виду. Ну, рассказали. Сейчас буду звонить жене моего племянника. А, у нее Леши. Сегодня день рождения. Наталке позвоним. Сейчас поздравим ее с днем рождения. Наташа, привет. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Пользуясь тем, что у нас есть камера и общий доступ, как говорится, на Ютубе ко всей аудитории. Поздравляем! Будь красивой, будь счастливой, будь умницей, будь доброй. Пусть тебя любит твоя семья, детки, муж и все мы. Счастья тебе огромного. Еще по телефону позвони. Все,
Привет. Абрикосы, видите, здесь тепло. Абрикосы. И мороз сюда не добрался. Как чтобы интересно поломали, они, да? Они на ветке, смотрите, тоже. Прямо от ветки поприлипали, как будто. Усыпано. Грозди целые, как виноград. Жалко, что они так близко посадили все. Идет мой санечек. Он у меня тоже в обновках. Мы в прошлом году купили, а вот первый раз одели только в этом. Да? Да. Он какой у меня красавчик. Полосочку. Как Юрий Анатольевич. Из кинофильма. Сваты. Сваты. Пойдем. Идем на набережную. Таня говорила, куда мы идем, да? Да, я все рассказала. Я уже, видите, вот забыл что-то с памяти моей стало. Привет. Привет, сынок. Привет. Какой ты симпатичный сегодня. Сегодня, да. Нет, ты всегда симпатична, но сегодня особенно. Угу. Спасибо. Так, приехала партия смородины черной. Отлично. Сейчас я мисочку. Ай, бери в этой, я потому что... Что-что? Бери в этой, тут Таня взвешивала 2 килограмма. Угу. Вот в этой вот. Угу. Миски. Ну, хорошо. Эта емкость туда-сюда ездит. Так не надо это? Ну, потом заберу, мам. Хорошо, сынок. Потому что вышли вот еще прогуляться заодно. Вот эту. И эту в следующий раз заберем. Так, подожди, а я тебе хочу с собой кое-что дать. Тут эти листочки. Угу. И разберу, хрен, сынок. И листья смородины. Отлично, вот. Отлично, хорошо. Огурец засолишь какой. Хорошо, спасибо. Ну все, мам, спасибо. Мама тоже дала вот подарки. Пару, там, несколько огурчиков. Ковришки кусок. Попробовать дала ягод. Наташа вчера привозила. Гумми называется. Да, да, мы да. Когда-то пробовали, сажали, но у нас не прижился потом, кустик. Потом, да, да, и да. Так вот, попробуем, что за ягоды. Да. Спасибо. Так, Танюше передай. Вид превосходный. Ну и хорошо. Превосходный. Старается. Новое видишь, платьице. Глаза накрасила. Вообще как чудесно. Передай прямо. Я же поприветствовал, но еще раз передай. Мы махали Тане в окно. Замечательно выглядит. Поднимали пальцы вверх. Да, да. И ты, конечно, прямо лялька. Ну, счастливо. Я, конечно, лялька. Да, все, да. Пока. Рассказывай, Татьяна, что мы делаем? Отдыхаем на скамейке. Позади нас розочки все повяли уже. Дождя нет, а что не поливает? Вроде земля сухая. Может, уже отцвели просто. А, может быть. А мы сейчас вкусненького что-то купили, мармелада, натурального. Купили немножко. Ну, какое натуральное, ты сама сейчас знаешь, что ну, там. По крайней мере, продавец сказал, говорю, у вас натуральный мармелад есть? Говорит, есть. Преподносят-то. Вот. Яблочный. Ну и правильно делают. Зайду в меловицу, если она работает. Иди. Ну, может, уже закрылась? А? Может быть. Шли, шли, Таня пропала куда-то, думаю, куда делась. Поворачиваюсь, нету. Оказывается, меловица-то открыта. Говорю, когда ты его оденешь, когда оденешь? Саша психанул дошло один до раз. Того, что психанул и уехал на дачу. Что Таня платье не захотела одеть. Я нагладил вот это шматье новое, шорты нагладил, эту, как ее назвать, тенниску. Ну, так мы называли.
при Советском Союзе. Подскажите, как правильно она называется. И все жду, говорю, ну что, идем. Ну и Таня мне что-то погулять. Ответила, эх, пошел в подвал, взял велик и поехал ягоды собирать. Представляете? А я говорю, нет, у меня работы дома с ягодами много. Такие психи бывают. Саша психанул и уехал на дачу. Привез еще смородины, вот опять надо завтра мне целый день с этой смородиной. Ну, овны, будешь мы помогать такие мне? Вот психованные. Так что война, если что не так. Переключки идут полным ходом. Ладно, хорошие овны, хорошие. Правда, платье девочки хорошее? Я говорю, Саша, правда. Я сегодня прогуляюсь в нем, если мне кто-то что-то скажет плохое, оно у меня будет домашнее. Ну, может, скажет ты в нем как морясь или еще. Скажет, надо носить зимой, и будешь носить зимой тогда, да? Я говорю, тогда я буду дома, его будет у меня домашнее платье. А прошла сегодня, мне даже так и понравилось. На меня посматривает женщина, не на меня, а на мое платье. Думаю, значит, нормально. Корова. Корова и на втором этаже. Был бы третий и на третьем был бы. Корова и на первом. И на улице вот корова стоит. Ты молчи. Дружбаны наши поехали. Да уж. Знаете, куда идем? Фикс прайс. Мне надо мыло купить. Какое? Для мытья посуды, для мытья рук, для кухни, короче. Вот они между пальцами разъела. Да, там. Я не могу пользоваться этими всякими фырями, шмырями. Вот забыл, один раз помыл, и все, сразу у меня это... Ну, короче, аллергия. И что надо купить? Мыло. Специальное мыло для мытья посуды. Понятно. И раковины, все. Оно жир снимает хороший. Я вам покажу сейчас. Открыто с 9 до 9. Тут. Это не реклама. Вот мыло хозяйственное. Вот, читайте. Для мытья рук, посуды, стирки, белья. 40 копеек стоит. 5. Дешевое. Музыка. Фикс прайс. Дезодорант Манфорд. Знаешь, Таня, кто выпускает это? Город Вязьма. Значит, надо купить. Дезодорант. Нет, я не хочу. Да? Дезодорант из Вязьмы. Из Вязьмы не хочу. Что ищем? Что ищем? Макаронов пойду еще. Пойдем. Разве мы такие брали? Неочищенные. Мы такие брали, они были когда-то вкусные. Потом мы в Евроопте начали брать. Что взяли? Макароны, халвы еще. Халвы. Халва рубль стоит, а макароны. Тоже рубль. Макароны нормальные, кстати. Да, спасибо. России. Бери любые. Давай вот эти возьмем. Давай. Нормально. Ну вот по чуть-чуть. Пакетик набрали. Набрали снова макарошки, мыло, семечки. Халва, семечки.